Здравствуйте. Это Анапа. И мы пришли в храм Ануприя Великого. Сегодня 28 апреля 2019 года. И мы с вами участвуем в крестном ходе по святым местам города Анапы. Это был храм Ануприя Великого, первый храм в Анапе. Именно в день Великого Ануприя Анапа была освобождена от турков. А мы продолжим позже, друзья.